Работы по ремонту магистральных тепловых сетей на улице Кузнецова областного центра начались 3 августа и продлятся ориентировочно до 31 августа. Все это время движение транспорта на участке от 1 Ефимовской до 2 Ефимовской будет полностью перекрыто. Альтернативные пути есть. У автомобилистов проблем с объездом возникнуть не должно. Пассажирам общественного транспорта придется чуть сложнее. В схемы движения автобусов и троллейбусов на этот месяц внесены изменения. Автобусные сообщения, представленные маршрутами 18, 36, 43, у нас будет проходить в прямом направлении улица Жарова, улица Кузнецова, далее выход на улицу Красных Зорь, улица Менделеева, улица Кузнецова и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы будут следовать по улице Кузнецова с выходом на улицу Ленинградскую, далее Красных Зорь, выход на улицу Кузнецова и далее по маршруту. Автобусы, троллейбусные сообщения, представленные маршрутами номер 5, будет представлено следующим маршрутом: Меланжевый комбинат, площадь Победы. 9-й троллейбус у нас будет ходить от железнодорожного вокзала по Шереметьевскому проспекту с выходом на проспект Ленина и далее к железнодорожному вокзалу по кругу будет ходить.